Плейтруп. Ой, похоже, вы застукали старика-хранителя за разглядыванием душнотворных картинок. Что неплохо стыкуется с темой заключительной нашей байки. А речь в ней пойдет о том, как некоторые мужчины готовы сложить буйную голову ради какой-то красотки. Но не волнуйтесь, ребятки, никаких слезливых, сопливых любовных историй. Тому доказательством станет само название нашей сказочки на ночь. А назвал я ее «Привет с того света». «Привет с того света». В главных ролях Мигель Феррер, Терри Хэтчер и Кайл Сико. Подбор актеров Карен Ри. Художник-постановщик Стив Вольф. Композитор Дэвид Ньюман. Монтаж Стивена Симона. Черт! Проклятие! Главный оператор Алекс Непомнящий. Исполнительные продюсеры Ричард Доннер, Дэвид Гайлер, Уолтер Хилл, Джоэл Сильвер и Роберт Земекис. Продюсер Уильям Тайфер. По мотивам комиксов Уильяма Гейнса. Автор сценария и режиссер Фред Деккер. Бракнер? Бракнер? Бракнер, где она? Отвечайте, черт побери! Что с ней? С ней все нормально. Чего о тебе, я так понимаю, не скажешь. Не на этом ли плече она лила слезы? Или, может, на другом? Далеко собрался? Привет. Не обессудь, надгробного камня не будет. А ведь на камне когда-то высекли заповеди. Помнишь, их всего 10. Не возжелай жены ближнего своего. Было? Она вам не жена. Это пока. Да ты полезай, не стесняйся. А как же заповедь? Не убей. Фигня. Слышь, мелкий пакостник, хочу, чтобы ты запомнил до того, как отправишься в ад. Она моя. Не твоя. Она моя. Чудесно? Beautiful. Чудесно! Yeah. Так, очень-очень хорошо. Uh-huh. И еще? Right, ну-ка, живенько, please. Все по местам. Okay, отлично. Никуда не годится. Заметь, я промолчала. Ни в какие ворота. С таким материалом. А что поделать, японцы его обожают. Okay. А все-таки now, хорошо, что не надо жариться и потеть на каком-нибудь натуральном тропическом острове. Не знаю, иногда приятно поджариться и попотеть. Босс, может переложить эту банку в другую руку? Мой герой, он ведь такой крутой, сексапильный. Вот я и подумал. Зажигаем. Вот именно, зажигай. Отрывайся по полной. Простите. 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 Ничего.
Смышленый. Прямо нейрохирург. Как с таким можно работать? Все лучше, чем потратить за пропитание. А ну-ка, Мария. Вот так. Какая красотка, скажи. А вы вообще-то кто? Митч Бракнер. Я менеджер Стейси. И по совместительству жених. Стейси, повернись как нам другим боком. Продемонстрируй попку. Оживи картинку. Выглядишь на все сто. Майк, Буч. Митч. Митч, Стейси, хотела бы, чтобы вы ею гордились, так? Так. Вот. А у нас, знаете ли, время чуть-чуть поджимает. Так. Вы бы сходили выпить кофе, и идет? Ты хочешь сказать, я нервирую, Стейси? Что вы? Потому что это не так. Если кто ее и нервирует, так это ты. При малейшей возможности начинаешь кадрить. Давай сделаем так. Ты берешь вот этот объектив, жирно смазываешь вазелином и засовываешь себе сам знаешь куда. Снимай там, хоть заснимайся, урод. Классный парень. Ладно, гасите свет. 10-минутный перерыв. Однако, но и тип. Да уж, спасибо за дельный совет. Повезло вам с бойфрендом. Мне безумно неловко. Нет, нет, это все пустяки. Он не всегда такой, правда. Просто в последнее время у него полоса неудач. Серьезно? При том, что вы рядом? Ну, не знаю. И все-таки... Нет, я понимаю, не мое это дело, но можно вас спросить? Он производит впечатление бомбы, которая вот-вот рванет. Его никогда не заносят? Если вдруг занесет, я вовсе не утверждаю, что такое случится, но если вам надо будет куда-то уйти и переждать, вот ключ. От моей студии. Там есть еще одна кровать. Есть телевизор и еще холодильник. Ну как? Привет. Надеюсь, я не помешала вам. Наверное, с моей стороны было нахальством предложить вам ключ. А с моей стороны им воспользоваться. Ну, раз уж мы оба настолько нахальные. Можно я подарю вам одну вещицу? Мне дала ее слепая старушка, со словами, что это талисман бога истины Майя. И что, если дать на нем клятву, ты сдержишь ее, что бы ни случилось. Довольно банально, да? С ним у меня все кончено. В свое время он мне очень помог, поддержал. Потому и не уходила. Из благодарности. Погодите, а вам не кажется, что вы давно рассчитались? Этот мерзавец вами манипулирует. Да знаю, я знаю. А раз знаете, почему не скажете прямо в лоб? Я боюсь. Не представляю, что он со мной сделает. Послушайте меня. Никого не надо бояться. Что бы ни случилось, я буду рядом с вами и в обиду не дам. Обещаю.
Здравствуйте, вы позвонили Девлану Кейтсу. Оставьте сообщение после сигнала. Спасибо. Алло. Кейтс. Да? Это Бракнер. Слушай, я все знаю, понял? Не спрашивай откуда, не имеет значения. Главное, что она в беде. Что значит в беде? Заткнись и слушай. Мы поругались. Она уехала за город, там у нас дом. Видеть меня не желает, помощь не принимает. Может, тебя послушает? Где она? Записывай. Значит так, миль 30 едешь по 5-й трассе, не сворачивай. Все, названиваешь фотографа. Ну и за неделю ни разу не объявился. Я не знаю, о чем ты. Перестань, я, конечно, не гений, но и не дурак. Думаешь, я не видел, как вы переглядывались на съемках? И та ночь, когда ты якобы заночевала у подруг. Следил за мной? Ну ты и сволочь. Да нет, не следил, я... Сказал наугад. И не ошибся, верно? Ну и чего ты ждешь? Я знаю. У нас в последнее время как-то не клеится. Я по глупости наломал много дров. Иногда, когда я взбешен, у меня не хватает слов. В ход идут кулаки, это ужасно. Я знаю. Как знаю и то, что многое безвозвратно утеряно из былых отношений. И в этом моя вина. Я облажался. А ведь ты лучшее, что есть в моей жизни. И я очень тебя люблю. Да, запоздал с признанием. У тебя новая жизнь, и ты ее заслужила. Хочу только спросить об одном. Если он тебя так любит, то куда он пропал? Наверное, что-то случилось, стряслось. Нет, ты задумайся на секунду. Он каждый день встречает красавиц. Для него они как формат 8 на 10. Но он говорил такое. Проснись, дорогуша, мужик чего только не наговорит, лишь бы тебя окучить. 6 дней ни одного звонка. Поэтому я и беспокоюсь. Думаешь, его кто-то пришил? Не знаю, может, несчастный случай. Может, может, а может... Он просто рванул в Париж с какой-нибудь 19-летней Айлин Форд. Еще не врубилась? Я, конечно, не Пэт Бун, но зато я всегда буду рядом. А если все не так? Тогда я тебя отпущу на все 4 стороны. Но если я прав, будь честной с самой собой. И давай попытаемся все как-нибудь склеить. Как я тебя люблю. Обещай, что и думать о нем забудешь. Девлан? Эй!
это Бракнер. Слушай, я все знаю. Ты что? Заткнись, дрянь! Да. Обидно, что все заканчивается так печально. И что тебе не сиделось спокойно? Ничего бы этого не было. Лишний раз убеждаюсь, как кому-то привяжешься, все, пиши пропало. Да, но кто сказал, что напоследок нельзя поразвлечься? Помогите! Помогите! Так, должен предупредить, звать на помощь Ромео нет никакого смысла. На этот раз он не поможет. Сказать почему? Потому что я лично зарыл его неподалеку в лесу. Нет. Да, он мертв. И гниет себя спокойненько в сырой земле. Нет. Валяй, рыдай сколько душе угодно, но не мечтай, что он явится спасать твою очаровательную задницу, потому что этому не бывать. Поняла? Стейси! Я убил тебя, черт возьми! Я же тебя убил! Что ты делаешь? Пусти!